турнире приняли участие более 70 атлетов из всех спортшкол и клубов города. Почетными гостями стали Аркадий Трапезонов, член попечительского совета Федерации самбо, один из основателей и первых тренеров по борьбе в Сочи, а также заместитель председателя сочинского «Динамо» Дмитрий Лизнов. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, а сильнейшие получили право представлять курорт уже на краевых соревнованиях по самбо. По результатам ребята будут присвоены очередные, кому-то и первые спортивные разряды. Напомню, что Краснодарский край четвертый год подряд признается лучшим среди регионов по развитию физкультуры и спорта. По решению губернатора с 1 сентября самбо на уроках физкультуры начнут преподавать в более чем 140 школах.